Всем привет! И сегодня с вами Артём. И сегодня я вам расскажу, как сделать достаточно милого, прекрасного кролика или зайчика из лего. Для его создания нам понадобится только три детали. Вот такое, в общем, крепление. Вот. Потом вот такая деталь. Будем называть его пупырышком. Да. Почему-то мне напоминает пупырышек. Не знаю почему. Вот, в общем, вот такая вот. Вот, и тельце самого нашего зайчика, вот такая вот. Точнее, вот такой кубик, вот он, кубик. В общем, я детали одного цвета я просто не нашел. Нет почему-то мне такого, в общем, это, ну, кубика белого цвета, не знаю почему. Хотя должен быть. Ладно, это как бы не суть дела. Значит, мы берем вот этот кубик наш. В общем, это будет тельце зайчика. Этот выступ, да, вот если вы видите, вот, видно, да, выступ. Это такие типа будут, ну, как бы ручки. Ой, ручки, ну как там, как ножки нашего зайца, вот. Ножки. Такие, типа, они прижаты к себе, вот. В общем, мы приснеем это тут. Наше крепление. Вот таким вот образом вверх. Вот от этих лапок. Такая вот, в общем, получается морда нашего кролика. В общем, такое типа лицо. Это ушки такие какие-то странные. Ну и. Как бы шея такая, типа маленькая, лапки. Ну и горб на спине. Ну это же лего, дорогие друзья. Ну что ж. Ну еще мы делаем хвостик. Вот назад приспрямим тут нашу пимпочку. Такой вот у нас получается кролик. Вот. Ну сейчас я сфокусирую камеру, подождите. Что-то она не хочет фокусироваться. Ладно, фиг с ней. Вот, в общем, такой вот маленький зайчик. Он примерно размером с мой палец. Вот он. С палец мой. Какие красивые. Вы можете сделать целую колонию таких, вот таких, в общем, зайчиков. Они очень, очень красивые. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Делать таких вот зайчиков очень красивых. Ну что ж, в общем, всем удачи. Смотрите мои видео, следующие, предыдущие, ну, настоящие, это, ну, как мое видео, в общем, ну, в общем, всем удачи и пока!